сорт острого перца Блонди. Вот сейчас вам, ребята, покажу. Кустик у меня лежит, как всегда. А почему? Сейчас объясню. Ой, попробуем поднять все это дело. Смотрите, ребята, какое количество здесь плодов. Их сотни, сотни, гляньте. Смотрите, сколько. Как тяжелое. Такой вот кустик, он просто не выдерживает такого веса и падает. У меня здесь 10 кустов, и это не все лежат. У него веточки тоненькие, если посмотреть. Видите, какие? Зато посмотрите, какие размеры стрючков, ребята. Просто невероятные. Смотрите, какой размер стрючка лежит. Созревает этот сорт. Вот светло-светло-зеленого. Потом вот такой вот становится. С фиолетовыми бочками. Видите, красавец какой. Вот он. И в конце до белого цвета. Вот такой вот. Вот сейчас достану вам, покажу. О. О. И становится белый. Это уже полностью созревший. Такой красивый сорт, ребята. Вот. Смотрите, какой размер стрючка. Стрючки очень плотные. Такие мясистые. У него такой неповторимый экзотический вкус. Не такой, как, к примеру, у обычного перца. Такой немножко странноватый. Перец очень вкусный, очень сочный и очень высокоурожайный. Длина стрючков может достигать от 4,5 см до 8,5. Ну, в некоторых случаях может быть и 10 см. И больше даже 10 см. Вот, у него такая вот длинная-длинная плодоножка. Сейчас мы листочку берем. Смотрите, какие длинные плодоножки. Видите? Они так интересно висят. Их можно использовать в ампельных горшках. Он будет красиво смотреться, он будет полностью свисать с горшка, потому что он, вот смотрите, как он устроен здесь. Он не держится, он падает. Вот где начинается у него, видите, от земли сантиметра 3, наверное, и пошли вот такие вот ветки. Вот видите, как он, очень-очень много разветвлений у него. И все кусты такие у меня, все абсолютно. Это вот один кустик, сейчас вам покажу. Вот второй кустик такой же точно. Вот они у меня здесь, капельная лента. Это я пытался их привязать к палочке, но, увы. Вот смотрите, как он тут растет. Вот такой вот красавец. Тоже лежит. Все лежит, ребята. Все созревает. Смотрите, какая красота. Разве это не красивый перчик? Смотрите, он чем-то еще похож на рибиби гусана. Видите, какие морщинистые у него плоды. Такие вот. Красота, красота. И плотный, сочный. У него толстые стенки. О, красивый. Высота куста может быть, как я уже говорил. Или я не помню, говорил, не говорил. От 70 до 1 метра. Ну, так как он у вас будет лежать, а не стоять, он будет у вас довольно объемный в горшке, на подоконнике будет лежать. Или можете выращивать его в ампельном горшке. Он будет просто свисать с горшка. Очень красивый перчик, ребята. Срок созревания такого перца от 85 до 100 дней. Острота этого перца от 100 до 200 тысяч скобелей. Это довольно-таки острый перец. Просто шикарно, ребята. Для консервации незаменимый. Стоя поставили стрючочки. Они очень и очень плотные. Прямо такие, как кирпич. Вот, смотрите, аж трещат. О. Нажимаю, он трещит. Его, ребята, хорошо сушить. У вас получится белый порошок, который сохраняет аромат и вкус. Просто бесподобный. Просто бесподобный, ребят. Советую. Если купите, посадите, вы не пожалеете. Очень-очень урожайный сорт. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь, ставьте пальчик вверх, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видеообзоры.